Здравствуйте, товарищи слушатели. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию продолжение изучения работы Владимира Ильича Ленина «Государство и революция». То есть мы с вами, как вы помните, начали изучать ее первую главу две недели назад с вами, да, и помните о том, что мы с вами начали с того, что выяснили, каково же значение этой работы. Вот, и еще раз хочу повторить, как сказал сам Владимир Ильич Ленин о значении этой работы, о необходимости, что эта работа, важность ее в том, что она разъясняет массам то, что они должны будут делать для своего освобождения от иго капитала в ближайшем будущем. Вот. Ну и рассмотрели мы с вами на прошлом занятии главу 1 этой работы, которую назвал Владимир Ильич Ленин «Классовое общество и государство». То есть он рассмотрел это в том плане, что государство есть продукт классовых противоречий, то есть наличие класса. И в завершение этой первой главы Владимир Ильич высказал такую мысль, что смена буржуазного государства, как вы помните, пролетарским невозможно без насильственной революции. Уничтожение пролетарского государства, то есть уничтожение всякого государства, невозможно иначе, как путем отмирания. И в заключение этой главы он еще говорит, что подробное и конкретное развитие этих взглядов Маркс и Энгельс давали, изучая каждую отдельную революционную ситуацию, анализируя уроки опыта каждой отдельной революции. К этой, безусловно, самой важной части их учения мы и переходим. То есть он во второй главе, которую он назвал «Государство и революция. Опыт 1848-1851 годов», рассматривает как бы вот эту мысль о необходимости и о роли государства в обществе и соотношение государства и революции на примере вот революции 848-851 годов. И первый параграф этой главы он назвал так: «Канун революции». Начинает развитие этой мысли Владимир Ильич опять же с цитаты Маркса и говорит: «Рабочий класс, пишет Маркс в «Нищете философии», есть такая Маркса работа «Нищета философии», так вот рабочий класс, пишет Маркс, поставит в ходе развития на место старого буржуазного общества такую ассоциацию, которая исключает классы и их противоположность. Не будет уже никакой собственно политической власти, ибо именно политическая власть есть официальное выражение противоположности классов внутри буржуазного общества. То есть власть политическая нужна только внутри общества, в котором есть противоположные классы. Так надо, видимо, понимать эту цитату Маркса. И еще сразу тут же приводит еще одну цитату, теперь уже из коммунистического манифеста 1847 года, Владимир Ильич, и здесь в этой цитате говорится: «Описывая наиболее общие фазы развития пролетариата, мы прослеживали более или менее прикрытую гражданскую войну внутри существующего общества вплоть до того пункта, когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат основывает свое господство посредством насильственного неспровержения буржуазии. Мы видели уже выше, что первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс завоевания демократии. Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы постепенно вырвать у буржуазии весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, то есть организованного как господствующий класс пролетариата, и, возможно, более быстро увеличить сумму производительных сил».
Вот конец цитаты Маркса из манифеста. И тут же Владимир Ильич переходит теперь к комментариям по поводу вот этих высказанных Марксом мыслей. И говорит, здесь мы видим формулировку одной из самых замечательных и важнейших идей марксизма в вопросе о государстве, именно идеи диктатуры пролетариата. Государство, то есть организованный в господствующий класс пролетариат. Государство есть особая организация силы, есть организация насилия для подавления какого-либо класса. То есть во всех исторических, как бы, на всех исторических этапах развития общества, когда существовало государство, это есть организация насилия для подавления какого-либо класса, говорит Владимир Ильич. И продолжает дальше. И какой же класс надо подавлять пролетариату? Конечно, только эксплуататорский класс, то есть буржуазию. Трудящимся нужно государство лишь для подавления сопротивления эксплуататоров. А руководить этим подавлением, провести его в жизнь в состоянии только пролетариат, как единственный до конца революционный класс. Единственный класс, способный объединить всех трудящихся и эксплуатируемых в борьбе против буржуазии. Далее, эксплуататорским классам нужно политическое господство в интересах поддержания эксплуатации, то есть в корыстных интересах ничтожного меньшинства против громаднейшего большинства народа. Эксплуатируемым классам нужно политическое господство в интересах полного уничтожения всякой эксплуатации, то есть в интересах громаднейшего большинства народа против ничтожного меньшинства современных рабовладельцев, то есть помещиков и капиталистов. Вот так Владимир Ильич анализирует необходимость господства, государственного господства. То есть буржуазия, она нужна для того, чтобы эксплуатировать большинство. И далее Владимир Ильич продолжает анализировать вот эти высказывания Маркса. Свержение господства буржуазии возможно только со стороны пролетариата, как особого класса, экономические условия существования которого подготовляют его к такому свержению, дают ему возможность и силу свершить его. В то время как буржуазия раздробляет, распыляет крестьянство и все мелкобуржуазные слои, она сплачивает, объединяет, организует пролетариат. То есть она организует пролетариат в процессе производства, говорит Владимир Ильич. И далее он говорит, только пролетариат в силу экономической роли его в крупном производстве способен быть вождем всех трудящихся и эксплуатируемых масс, которые буржуазия эксплуатирует, гнетет, давит часто не меньше, а сильнее, чем пролетариев, но которые не способны к самостоятельной борьбе за свое освобождение. То есть трудящихся масс значительно много, но способен бороться с буржуазией только пролетариат, потому что он уже организован буржуазией и экономически, и в процессе производства. Вот так я понимаю эту мысль, которую Владимир Ильич здесь приводит в своей работе. И далее он говорит, учение о классовой борьбе, примененное Марксом к вопросу о государстве и о социалистической революции, ведет необходимо к признанию политического господства пролетариата, его диктатуры, то есть власти, не разделяемой ни с кем. Свержение буржуазии осуществимо лишь превращением пролетариата в господствующий класс, способный подавить неизбежное отчаянное сопротивление буржуазии и организовать для нового уклада хозяйства все трудящиеся и эксплуатируемые массы. Пролетариату необходима государственная власть, централизованная организация силы, организация насилия и для подавления эксплуататоров, и для руководства громадной массой населения, в том числе крестьянства, мелкой буржуазии, полупролетариями, в деле налаживания социалистического хозяйства.
То есть для чего нужна, как вот говорит Владимир Ильич, государственная власть, пролетариат организован? Чтобы не только подавлять сопротивление буржуазии, но и руководить в деле налаживания социалистического производства. То есть нужно, пролетариат должен еще и руководством заниматься, не только подавлением эксплуататоров. Ну и по поводу партии, Владимир Ильич здесь говорит, что воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и вести весь народ к социализму, направлять и организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной жизни без буржуазии и против буржуазии. Ну и можно в заключение этого первого параграфа такую мысль приводит Владимир Ильич. Государство, то есть организованный в господствующий класс пролетариат, эта теория Маркса неразрывно связана со всем его учением о революционной роли пролетариата в истории. Завершение этой роли есть пролетарская диктатура, политическое господство пролетариата. То есть без политического господства пролетариата, без взятия им власти у буржуазии невозможно построение социалистического общества. Вот что по первому параграфу. Второй параграф этой второй главы Владимир Ильич назвал так: «Итоги революции». И опять же он начинает с цитаты Маркса. И говорит, что Маркс подводит итоги революции 1848-1851 годов в рассуждении из сочинения «18-е примера» Луи Бонапарта. И приводит такую мысль. Парламентарная республика оказалась в своей борьбе против революции вынужденной усилить вместе с мерами репрессии средства и централизацию правительственной власти. Все перевороты усовершенствовали эту машину вместо того, чтобы сломать ее. То есть все перевороты только усовершенствовали машину эксплуатации трудящейся массы. Так надо понимать. И вот анализируя эту мысль, Владимир Ильич говорит, в этом замечательном рассуждении марксизм делает громадный шаг вперед по сравнению с коммунистическим манифестом. Там вопрос о государстве ставится еще крайне абстрактно, в самых общих понятиях и выражениях. Здесь вопрос ставится конкретно, и вывод делается чрезвычайно точный, определенный, практически осязательный. А именно, все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а ее надо разбить, сломать. В коммунистическом манифесте, говорит далее Владимир Ильич, подведены общие итоги истории, заставляющие видеть в государстве орган классового господства и приводящие к необходимому заключению, что пролетариат не может свергнуть буржуазии, не завоевав сначала политической власти, не получив политического господства, не превратив государство в организованный, как господствующий класс, пролетариат. И что это пролетарское государство сейчас же после его победы начнет отмирать, ибо в обществе без классовых противоречий государство не нужно и невозможно. Вот к этой мысли о том, что государство должно отмирать при социализме, подводит Владимир Ильич. Далее он говорит вот в этом втором параграфе, что через все буржуазные революции, которых видала Европа, множество со времени падения феодализма идет развитие, усовершенствование, укрепление чиновничьего и военного аппарата. То есть те, которые буржуазные революции все, они все приводили к тому, что усовершенствовался и укреплялся чиновничий и военный аппарат. Отсюда, говорит Владимир Ильич, необходимость для всех буржуазных партий, даже для самых демократических и революционно-демократических, в том числе, усиливать репрессии против революционного пролетариата. Укреплять аппарат репрессии, то есть ту же государственную машину. Такой ход событий
вынуждает революцию концентрировать все силы разрушения против государственной власти, вынуждает поставить задачей не улучшение государственной машины, а разрушение, уничтожение ее. Вот. Ну и переходя к эпохе империализма, вот, развивая эту мысль, что государству необходим аппарат, Владимир Ильич говорит, что империализм – это эпоха, как эпоха банковского капитала, эпоха гигантских капиталистических монополий, эпоха перерастания монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм, показывает необыкновенное усиление государственной машины, неслыханный рост ее чиновничьего и военного аппарата в связи с усилением репрессий против пролетариата, как монархических, так и в самых свободных республиканских странах. Вот, как бы, эта мысль как бы завершает второй параграф этой главы. И, переходя к третьему параграфу, Владимир Ильич говорит, что чем заменит эту машину государственную капиталистических монополий пролетариат? Об этом поучительнейший материал дала Парижская коммуна. Но вот итоги, как бы, и уроки Парижской коммуны Владимир Ильич будет рассматривать уже в третьей главе, то есть какие уроки должен извлечь пролетариат из Парижской коммуны. Пока же он, как мы видели с вами, рассматривает революции 848-851 годов. И переходим к рассмотрению третьего параграфа этой главы. Постановка вопроса Марксом в 1852 году. И начинает он этот параграф третий также с выдержки из письма Маркса к Видемейеру от 5 марта 1852 года. И приводит он такую выдержку Маркса, опять же, мысль Маркса. «Что касается меня, — говорит Маркс, — то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты — экономическую анатомию класса. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. То есть это не вечная проблема существования класса. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Вот такую выдержку из письма Видемейера приводит Владимир Ильич вот здесь, в третьем параграфе. И начинает анализировать высказанное Марксом и говорит, в этих словах Марксу удалось выразить с поразительной рельефностью, во-первых, главное и коренное отличие его учения от учения передовых и наиболее глубоких мыслителей буржуазии, а во-вторых, суть его учения о государстве. Главное в учении Маркса, говорит Владимир Ильич, есть классовая борьба. Так говорят и пишут очень часто, но это неверно. И из этой неверности сплошь да рядом получается оппортунистическое искажение марксизма. Подделка его в духе приемлемости для буржуазии. И продолжает. Кто признает только борьбу классов? Я считаю, что главная, возможно, мысль Владимира Ильича в этой работе, во всяком случае, в этой главе точно. Так вот он еще раз повторяет. Говорит, кто признает только борьбу классов, тот еще не марксист. Тот может оказаться еще не выходящим из рамок буржуазного мышления и буржуазной политики. Ограничивать марксизм учением о борьбе классов значит урезать марксизм, искажать его, сводить его к тому, что приемлемо для буржуазии. Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата.
В этом самое глубокое отличие марксиста от дюжинного мелкого, да и крупного буржуа. На этом оселке надо испытывать действительное понимание и признание марксизма. Вот это очень, конечно, важная мысль, что классовую борьбу может признавать не только, значит, не только пролетариат и его передовые отряды, но и другие классы, в том числе и буржуазные, но что марксист, марксистом себя может называть только тот, кто признает необходимость диктатуры пролетариата для перехода от общества эксплуататорского до общества без эксплуатации. Ну, и эту мысль он еще более тут же развивает и говорит, что оппортунизм не доводит признание классовой борьбы как раз до самого главного, до периода перехода от капитализма к коммунизму, до периода свержения буржуазии и полного уничтожения ее. В действительности этот период неминуемо является периодом невиданно ожесточенной классовой борьбы, невиданно острых форм ее, а следовательно и государство этого периода неизбежно должно быть государством по-новому демократическим для пролетариев и неимущих вообще, и по-новому диктаторским против буржуазии. Вот так выражает эту мысль, что пока до коммунизма не дошли, никакой отмене диктатуры пролетариата не может быть и речи. И в чем была ошибка? Как вы знаете из истории, помните, в чем была ошибка Коммунистической партии Советского Союза, когда в начале 60-х годов даже в программе, не только в практической деятельности, но и в программе отказались от диктатуры пролетариата, а коммунизм еще не был построен. Ну и далее Владимир Ильич говорит, сущность учения Маркса о государстве усвоена только тем, кто понял, что диктатура одного класса является необходимой не только для всякого классового общества вообще, не только для пролетариата, свергнувшего буржуазию, но и для целого исторического периода, отделяющего капитализм от общества без классов, от коммунизма. Формы буржуазных государств чрезвычайно разнообразны, но суть их одна. Все эти государства являются так или иначе, но в последнем счете обязательно диктатурой буржуазии. Переход от капитализма к коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и разнообразия политических форм, но сущность будет при этом неизбежно одна – диктатура пролетариата. Вот этой мыслью Владимир Ильич заканчивает вторую главу. И на сегодня мы остановимся. Будем надеяться, продолжим изучение работы государства и революции на следующем занятии. Я думаю, что, возможно, какие-то возникли вопросы, может, что-то нужно уточнить. Давайте попробуем. Конечно, как бы без важных вопросов у нас не бывает. Ну вот смотрите, вот в работе постоянно говорится диктатура пролетариата, Или диктатура буржуазии, буржуазном обществе. Да. А вот Советский Союз, у нас же мало того, что диктатура была не просто пролетариата, а просто рабочих. Нет. Рабочих и крестьян. Нет, стоп, ты немножко путаешь, давай, это самое, не надо запутывать. Нет, была все-таки диктатура пролетариата, но был союз пролетариата с крестьянством. Почему? Потому что коренные интересы в основном у крестьянства и у пролетариата совпадали. Вот. Но диктатура, тем не менее, была. Да. Получается, не по Марксу, крестьяне были в советах, советами управляли. Конечно. Ну, и что? Так называлось государство рабочих, крестьян, а у Маркса, вы же сами зачитали, только диктатура пролетариата. Конечно, да. Конечно, диктатура пролетариата. Но поскольку, еще раз повторяю, не понял ты мои мысли, что потому что интересы этих классов совпадали в основном. В основном совпадали.
Вот. Но тем не менее, крестьянство не могло осуществлять диктатуру, как еще Энгельс даже сказал, и потом Владимир Ильич сказал, что поскольку они разобщались с буржуазией, а пролетариат наоборот организовывался, так вот только организованный класс мог установить государство, которое воплощало бы коренные интересы. А крестьянство не могло, оно только в союзе могло работать с пролетариатом. Поскольку в основном, не совсем, а в основном совпадали с интересами пролетариата. Поэтому не надо здесь путать, здесь это не марксистский у вас взгляд. Погодите, а крестьяне что, на крестьяне? России были тоже очень организованы. Ну и что? Правильно, организованы. А смысл-то какой был построения социалистического общества и его развития? Для того, чтобы ликвидировать классы, то есть поднять класс крестьянства до уровня класса пролетариата и ликвидировать классы вообще. В этом стояла задача, что его нужно было поднимать, развивать. Так вот, после ликвидировали все крестьян, они были крестьянами, а они стали наемными работниками в совхозах. Кстати, совхозов было меньше, чем колхозов в Советском Союзе, значительно меньше. Потом колхозы стали меньше. Да, это как бы форма коллективного труда, да, перехода, то есть опять же подтягивание крестьянства до уровня пролетариата, то есть в формах или совхозов советских хозяйств, или колхозов коллективных хозяйств. Но это все было для того, чтобы прийти к бесклассовому обществу, это было организовано. И что коллективный труд, конечно, не только как бы помогал классовому развитию членов общества, но и самое главное, производство, способ производства и средства производства развивались через коллективный труд. Вот в чем главная задача была. Не только воспитание как бы человека и решение политических задач, но и еще экономические задачи. Для построения коммунизма нужно было, можно сказать, говорили так, изобилие, но не совсем правильно будет изобилие, когда много говорили про изобилие, но необходимое количество продуктов для удовлетворения всех основных потребностей людей. Вот в чем было важное дело развития социализма. Развитие средств производства, вот что важно было. Так, для потребностей. Так, что получается, да, в Советском Союзе, так, вот как раз в 22-м съезду, про который вы упомянули, как раз так, крестьяне стали как рабочие, наемные рабочие. Да кто вам сказал? Коллективные, вы сами сказали, что они подтянулись под уровень рабочих. Не подтянули, подтягивали их, они подтянули. Но они еще не дошли. Почти. Мы с вами уже неоднократно изучали, что еще не было ликвидировано в Советском Союзе различия между городом и деревней, между сельским и промышленным трудом. То есть мы еще не выровняли, не удалось это сделать. Не удалось это сделать. Рабочих, да нет, такого не было, такого не случилось. Ну, часть их была, да, особенно в совхозах, часть была, это были сельскохозяйственные, да. Часть, вот. но значительная часть в колхозах продолжали оставаться одни классом крестьянства. Хоть и совсем, конечно, изменился этот класс, изменился и начал подтягиваться к пролетариату, к уровню его, экономического развития, политического и так далее. Но еще не было ликвидировано различие между классами. Вы так говорите. А вот на 22-м съезде они собрались и договорились, что у нас уже классов нет, у нас общенародное государство. Ну, я не знаю, как вы считаете. Я считаю, что 22-й съезд это как бы не эталон для того, что для развития марксизма. Там очень много оппортунистических ошибок было сделано на этом съезде. В том числе и прежде всего, конечно, ликвидация понятия диктатуры пролетариата до момента ликвидации класса. И очень много было. Поэтому не надо считать эталоном 22-й съезд марксистским, во всяком случае. Там, скорее всего, оппортунизмом был напичкан, можно так я считаю. Ладно, хорошо, тогда еще один вопросик такой. А вот там сказано, что при развитии государства эксплуататоров, получается,
аппарат совершенствуется, и, да, и усиливается, да, и усиливается, да, и репрессии против пролетариата, да. Так у того же товарища Ленина есть в другой работе фраза о том, что каждый должен стать бюрократом. А что у нас будет, если у нас вся страна бюрократов? Еще что-то я не помню такое в работах каких-то Ленина, что каждый должен стать бюрократом. Я такого не слышал. Он писал, может, я плохо знаю. Победить бюрократию. А, ну победить бюрократию. А что все бюрократом? Диалектика, если каждый бюрократ, может, сколько бюрократов? Может, как... И в позднем Советском Союзе... Может, он имел в виду, что все должны учиться управлять государством? Это может, что все... Я что-то не уверен, что вы меня в нужном направлении пытаетесь подвинуть. Я такого ни утверждения не встречал, сразу говорю. В Союзе же количество бюрократов все возрастало? Да, к сожалению. А должно было быть наоборот? К сожалению, да, да. К сожалению, у нас оппортунизм возобладал. То есть вы считаете, что бюрократия разрослась только потому, что оппортунизм произошел? Ну, и это тоже, но не только. Я считаю, что не только. Потому что, а вот не только, только, что очень сильно влияло развитие средств производства, развитие экономических отношений. То есть материальное общество. Да, 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 что в обществе не смогли преодолеть атавистические явления капитализма, и они начали развиваться при отсутствии диктатуры пролетариата, и все, и как вы видите, давайте годим. А да. Вот буквально пару занятий назад вы же нам и рассказывали, что остальное-то вокруг мира оставался капиталистическим. Ну и что? И Советскому Союзу, чтобы с ним бороться, приходилось в том числе и внутреннюю ту же самую бюрократию развивать, чтобы... Нет, я такого не говорил, что развивать бюрократию. Нет, вы про это не говорили, вы просто говорили, что Советский Союз вынужден был жить в условиях борьбы с капитализмом. Борьбы, да, некоторые черты ему приходилось... Что сказать, приходилось? Переманивать с той стороны, в том числе и бюрократии. Нет, такого я не утверждал, вы на меня клевещете. То есть того, что у нас были мощные... Что мы развивали бюрократию, нет. Советский Союз не был... Она приходилось в свою бюрократию развивать. Она развивалась, да. Но это не было целью коммунистической партии и не отвечало коренным интересам пролетариата. Причина. Не отвечало. Причина, да. Причина потому, что недостаточно... грамотно или недостаточно марксистски образованное руководство оказалось во многих отношениях. Вот в чем причина, что руководство себя неправильно вело, как партийно-государственное руководство. Вы считаете, если бы да, не стояло на марксистских позициях, да, и было пропитано оппортунизмом. Они бы тогда бюрократию сокращали. И тогда бы больше социализма. Значит, тут вопрос не такой простой, как вам кажется, что вот если мы только бюрократию победим, и все у нас будет здорово. Нет, не все так просто. Не все так просто. Ну, так есть более важные причины. Спрашиваю. Есть более важные причины. Причина, ну, сейчас мы с вами их не сможем вот так я не смогу их сейчас перечислить. Они кроются не только в руководстве, а они в экономике прячутся, в материальной сфере, да. И в культурной сфере прячутся тоже. Поэтому для того, чтобы назвать причины, тут нужен большой анализ. И, по-моему, до конца, до сих пор причины развала Советского Союза и до сих пор так и никто пытается анализировать. Да. Не говорим здесь просто... А про что мы говорим? Признак один выводит, что должна бюрократическая машина скукоживаться и уменьшаться. По сравнению... Она развивается при капитализме, а у нас при Союзе... Конечно. Почему? Надо искать ответ. Так и не понял, почему... Промышленности мы сказали. Так ты так и не понял, почему должно... отмирать государство. Владимир Ильич две головы уже толкует, почему должно отмирать государство. Так и не понял, почему оно должно отмирать. Придется еще самому внимательно почитать, чтобы еще раз понять, почему должно отмирать государство по мере продвижения к коммунизму. По мере развития социализма к коммунизму. Еще раз придется, Владимир Ильич, вам прочитать. Хорошо.